звездочку Алису Лю, которую, ну, очень многие прочили как одну из главных надежд североамериканского континента на Олимпиаду в Пекине. И оставила, кстати, Брэди Теннелл неудел мимо этого чемпионата. Отправила и Мэрайю Белл, обыграла и Карен Чен, и многих-многих других. В общем, двукратная чемпионка Соединенных Штатов Америки Брэди Теннелл на льду.
Очень интересная спортсменка, но мы это, кстати, неоднократно говорили. Она очень профессиональная. Ну, у нее есть определенный опыт, конечно, выступления на крупных международных турнирах, в том числе на Олимпийских играх, где она завоевала место в десятке. Она финишировала тот турнир на 9-м месте. И сейчас вы видите, что да, в конце программы не получались какие-то прыжковые элементы, но она наращивала и наращивала и наращивала этот ритм, который, собственно, и был заложен в музыкальной композиции. Еще интересно она в том, что она, вот, наверное, среди тех спортсменок, спортсменов даже, больше, которые могут, знаете, вот каждым своим движением, каждым вздохом, каждым взглядом, взмахом руки делать так, чтобы наполнять эту, допустим, черно-белую картину определенными красками. Но краски Брэди Теннелл значительно ярче, чем ты сказал, на Олимпийских играх. Сейчас у нас Анна Щербакова на ваших экранах. Ее выступление нам придется ждать немножко дольше, так как она будет закрывать выступление девушек в произвольной программе и подведет черту под соревнованиями в женском одиночном катании на этом чемпионате мира. Мы, безусловно, верим в нашу трехкратную чемпионку России и очень болеем и за нее, и за Елизавету Туктамышеву, ну и, конечно же, за Александру Трусову, которая сделала все возможное, чтобы сейчас обойти американку. Американка, кстати, является еще и бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире. Вместе со сборной США она поднималась на подиум в борьбе против команд Канады и России. Но американцы тогда не сдюжили. 23 года уже этой фигуристке. Ну вот сейчас я смотрю, на табло появляется несколько недокрутов, да, которые, в общем-то, можно было увидеть в самом начале. Так точно совершенно на каскаде тройной луз, тройной тулуп. Потом еще пару раз эти галочки прилетели, и, в общем-то, Брэди, можно сказать, что то ли не выдержала напряжение, то ли акклиматизация, ну, вряд ли волнение, потому что все-таки достаточно опытная спортсменка. Но вот сегодня она получает за произвольную программу 127,94. Это означает, что она уступает и Трусовой. Ничего, что, себе. Да. Ну, да, я не по поводу, да, Александра Трусовой, а по поводу других двух спортсменов, которые сейчас находятся вверху. И Луна Хендрикс, и Ольга Микутина опережают Брэди Теннелл. Американка сейчас только на 4-й текущей позиции. И это о чем нам говорит? О том, что у Бельгии и у Австрии стараниями этих двух спортсменок будет двойная квота в грядущем сезоне на чемпионате мира и Олимпийских игр. Ну а теперь встречаем двух российских спортсменок, которые продолжают